Приветствую, друзья. Для здоровья надо побыть самим собой настоящим. А если у вас нет такой возможности, то хотя бы 5 минут в день. А что значит быть собой настоящим? Это делать то, что ты сам хочешь, а не то, что тебе нужно делать по каким-то предлагаемым тебе обстоятельствам. А вот, например, когда ты был маленький, что ты делал там? Ну, там, когда хотел плакать, плакал, когда хотел кушать, кушал, когда хотел смеяться, смеялся, когда хотел трястись, трясся, когда ты хотел орать, орал, и тебя мама брала на руки и тебя покачивала. Вот, смотрите, повторяемое движение снимает напряжение. А еще вот что, ко мне звонят, например, и говорят: «Я хочу у вас личную консультацию». Я говорю: «Возьмите, откройте бесплатный ликбез, который у меня по 2-3 часа там стоит на Ютубе». Ютуб называется, канал мой, «Метод Ключ Хасаилиева». И там в Zoom выходят люди, и там мы все делимся советами, и там на глазах прямо видно, что надо делать, а мне говорят: «А у вас в книге написано стоя делать, а я могу только сидя делать. А можно сидя делать?» Я говорю: «Откройте бесплатный ликбез, посмотрите там, по свежим датам, что-то там есть полезное для вас». И поэтому этот пример, что ко мне позвонили и опять спрашивают, а стоя это делать, или сидя это делать, или лежа это делать, там все сказано. Откройте бесплатный ликбез. И вебинар у нас будет сейчас, через несколько дней, дату мы объявим. И там я расскажу, как быть по-настоящему самим собой. И там я расскажу, что такое свобода. И там я дам инструменты, то есть приемы, с помощью которых каждый из нас может, например, посмотрев на свет, потом закрыв глаза, понаблюдать, какие возникают реакции фосфена, синий, голубой, там фиолетовый. Уйти в это состояние, во-первых, это улучшает зрение, во-вторых, это улучшает самочувствие. Ну, там будет много инструментов. Ну да, ну узнаете. Ну так это интересно будет и вам понравится, потому что этим вы будете пользоваться потом. Потому что когда вы несколько раз повторите эту детскую комнату, когда вы как дети, ну, как и сказано где-то, будьте как дети и спасетесь. Да, друзья, свобода, детская естественность, соединенная с вашим взрослым опытом и умом. Вы представляете вот это соединение, что это дает? Взрывной положительный эффект для здоровья, для снятия стресса, для развития творческих качеств и способностей, для того, чтобы в условиях неопределенности могли бы соображать со скоростью инстинктивных реакций, чего раньше никогда в мире не было, потому что если вы возьмете и откроете интернет управление стрессом или управление собой, вы увидите йоговские упражнения и другие упражнения, но вот такие, чтобы побыть самим собой по-настоящему, там никогда не было. Это новое. До встречи, друзья. А, забыл, огородника немножко поправил. Посмотрите, какой у нас теперь огородник. Вот видите, рядом со шляпой, там вот с этой стороны желтого добавил, а под цветочками и рукой здесь немножко синенького. И глаза какие. Оставляю вам на память образ огородника. Огородник наш Иннокентий будет вас цветами каждый раз награждать. До встречи!